Is everything all right? Yeah, you can come up. Jake, I know this might sound stupid under the circumstances, but I am glad we came back here. Yeah. The place is beautiful. Still, we can't forget what we came here for in the first place. All right. Let's focus on the goal. Come on! Здарова, бандиты и бандитки, с вами, как всегда, спикер, и продолжается зеленый отстой, не выживание при максимальной сложности без смертей. У нас 91-й день выживания, друзья, и берите вкусняшки, берите попкорн, берите бабушкины пирожки, наше выживание продолжается. Я хочу съесть много мяса и пойти дальше охотиться, а пойти дальше истреблять туземцев, которых мы, конечно, найдем. Кулинария плюс один. Все прекрасно. Все офигенно. А это съесть. Это я хочу съесть. Мы все подняли, все офигенно. Будем строить дальше базу. В прошлой серии, в конце ролика, я закинул хедшотик. Видишь, компьютер? Закинул обалденный хедшотик. Прям в тушку нашего пекарчика. А, капибара. И заберем мяско. И еще три куска мяса у нас будет. И продолжается наша охота. О, сколько здесь мяса. 4 куска мяса. Так, печка у меня пустая. Нужно ее сейчас заполнить. Нужно снова закидывать. Там у нас завал уже есть. Завал уже много. И можно реально уже что-то строить. Так, чистая вода. Ее можно выпить. Ну что, друзья. Спасибо за твои лайкосики, подписончики. Мне интересно, конечно, твои все комментарии читаю. И, конечно, пытаюсь понять. Где находятся туземцы? Где они обитают? Ты тоже пишешь, ты красиво убиваешь туземцев. Спасибо тебе за комментарий твой. Спасибо огромное. Мы продолжаем наше выживание. Сегодня будем строить дальше базу. Сегодня искать приключения свою задницу. А обязательно 10 утра у нас еще одна ловушка недостроена. Пойдем закидывать сейчас печку. Полностью закидаем нашу печку. Мясо готовится. Вон там можно сбегать за дровами. Принесем 10 палок и закидаем, пускай печка дальше пыхтит. А мы продолжим... О, бревно. Бревно мне надо будет. А мы продолжим строить наш домик. Нужно достроить еще каркасик. Нужно еще поставить... где здесь палки я рубил? Здесь палки должны быть. А вот они. Можно еще попутешествовать, знаете, в какую? Вон туда можно сходить. Неизвестно, что там. Возможно, это будет интересно. Но мне хочется, знаешь, практически всю карту пройти. Всю карту пройти нереально. Потому что здесь очень много все одинаково. Мне кажется, уже мое мясо уже горит. Быстренько бежим обратно и забираем наше мяско. Так, попугайчик. Попугайчик заберем. А попугайчик не забирается, погоди-ка. Добыть из него. Мне нужны перья. Перья пригодятся обязательно. Так, мясо приготовилось. Это что такое? Растение. Можно забрать его, неизвестное растение. Забираем все. Все дело пригодится. Так, погоди. Листья табака. О, секундочку. Так, изготовить лист табака сюда. Повязка с табаком. Как раз от яда мне это дело пригодится. Можно еще изготовить лист табака. Местечко, надеюсь, мне хватит. Да, места хватило как раз. Так, мяско приготовилось.
быстренько забираем мяско с собой. Возможно, даже и можно, наверное, перекусить. Потому что мяса у меня сейчас очень много. Она не подгорела? Нет, приготовлено. Все чудесно. Забирай мяско. Есть еще одна партия мяса у нас. Не сюда, сюда. Так, вот так. Все, у нас есть 4 куска мяса. Ууу, как тяжело нам ходится. Давай-ка его скушаем. Давай его скушаем. 2 куска мяса есть еще. Так, печку. Печку нужно запустить. Так, печка. У нас много золы. Нужно все дело выкинуть сюда. Нужно выкинуть кости, перья выкинуть, чтобы это все дело не мешалось. И можно было много таскать полезной дичи с собой. Так, перья сюда. Мне осталось прожить всего лишь 9 дней. 9 дней в зеленом аду, и у нас будет 100 дней выживания. Ты понимаешь, чем попахивает? Попахивает конкретно. А сколько жести было за эти 91 день. Но нас еще ждет все впереди. Обязательно. Бананчик я вижу. Мы уже ели скорпионов. Ели пауков. Да, ничего не помеха. Вот пауки ползают, видишь, я уже не боюсь их. Я уже в ногу бегаю к ним. Так, а толстые бревна. Толстые мы заберем. Ну, сперва мы пособираем. О! О, вкуснятина! Я ее забрал с собой. Потом я скушаю. Давай-ка скушаем сейчас. У меня места не хватает, нифига. У меня все забито. Пиявки меня грызут. Так, забираем палочки. Есть 2 длинных, 2 длинные палки. Есть. Толстые бревна. Толстые нужны, длинные тоже. Все делать надо. Нужно достроить еще стенку. Потом из глины будем делать эту стену. Возможно, с окошком, возможно, без окошка. Так, палк сколько я натаскал? 9. О, киса, киса, киса. Ты где, киса? Где мое копье? А, киска, походу, на острове, опять же. А где киса? Погоди, погоди. Где-то киса рычала. Киса, киса, киса. Так, закидываем печку, пока киса где-то бегает. Пока пытается меня изнюхать. Понюхать. Я закидаю печку и будем ее заводить. Все готово. Так, пиявка. У меня уже давно сидит пиявка. Нужно ее найти, ее убрать. Так, и можно заводить уже печку. А киску нужно будет найти. Сейчас мы найдем кисочку обязательно. Так, схолист у меня есть. Еще 2 сухих листа. Энергии много, жизни yes. много, я yes. готов сражаться. Ну понимаешь, ну не с кем сражаться пока что. Все, печка работает, все чудесно. А заберем залу с собой, отнесем ее на ту сторону. Там у нас работает ковш глиняный. Так, вот так накидаем. Киску, пойдем найдем нашего киску. Если, конечно, она никуда не бежала. Кися, кися, кися. Так, зеленый кактусик, он мне не нужен. Кис, 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 ты где? О, перевязку, кстати, она пригодится. А у меня топорик, кажется, нет. Ага, не топорик есть, у меня второго копья нету. Сейчас заберем для повязки. Можно добыть, кстати, для разжигания. А можно изготовить сразу же еще повязку. И еще одну повязку можно изготовить. У меня уже много повязок, но, знаешь, пригодится. Будет сражение, 6 повязок у меня есть. В принципе, это пока достаточно. Так, печка запыхтела. Мне нужно бревна отсюда забрать и строить дальше каркас. Так, одно бревно, второе бревно. Бананов здесь реально много. О, респанулись, видишь? Можно брать бананы еще. Здесь самое, наверное, обалденное место. Здесь много бананов, здесь есть рядом речка. Но тут есть туземцы, там у нас много мяса есть. Так, одно, второе. О, нормально пошло дело, смотри-ка. Уже готов каркас. Так, бросай сюда. Мне нужны теперь длинные палки сверху. Можно уже, наверное, по идее... нужно еще закончить.
каркасы? Или погоди, или можно уже ставить дальше, смотреть, что и как у нас будет получаться. Сейчас мы посмотрим каркас. Так, можно уже впендюрить, нет? Ага, видишь, еще не впендюрил. Так, еще не работает. А, окей, сейчас достроим. Пойдем-ка дальше. Мне нужно достроить ловушку. Уже, как говорится, последнюю ловушку. Возможно, еще будем ставить ловушки. Когда-нибудь. Ну-ка, киса, киса, ты где? Так, ловушку я не поднял, кстати. А, я приходил. Я не забрал нашего пикарчика. У нас было два, здесь три тропика. Двоих я забрал, одного я хотел чуть позже забрать. Так, всего капустить нужно. Но мяса всегда будет много здесь. Ловушки нужно опускать всегда. Так, длинные палки. Понесем их домой к себе. Ловушку мы опустили. Все, мы ждем. Ждем наших пекарчиков, ждем кабанчиков. Так, длинные палки отнесу я домой. Шишки не вижу. Печка пыхтит, уголечков у нас уйма. Так, длинные палки нужно мне наверх. Так, все. Дождик не прекращается, это, конечно, здорово. Так, много кирпичиков, пока что он мне... А, в принципе, нужен. Давай-ка, пока идет дождь, можно закончить с этими кирпичиками. Зовы у нас 4 штуки, довольно много. А там можно будет сбегать в пещеру. Посмотри, где находится здесь пещера рядышком. Возможно, добудем железную руду и что-нибудь изготовим. Ну, например, можно изготовить копье железное. Но туземное копье намного, знаешь, красивее, намного эффективнее. Разбросил хедшотчик и нет уже туземца. Так, еще осталось трубу. И еще один кирпичик и готов. Наш кузнечный горн готов. О, чудесно. Все, разжигать можно и можно плавить металл. Ну, пока что у нас нет металла, у нас нет никаких банок, склянок. 30 уголечков у нас есть. Хочу пить. Хочу мясо. Маленько всего хочу. Ну, пока что можно просто попить. Так, теперь отсюда закинем новую партию кирпичиков. Так, закинем одну золу. О, хорошо, когда у тебя много золы. Вообще, без проблем все. Но когда ее нету, это реально испытываешь трудности. Так, мясо приготовилось, приготовлено, все. Два куска мяса мы еще взяли. И мне ходится очень тяжело. Погоди-ка, давай-ка его скушаем. Один кусок хотя бы. О, более-менее ходить можно. Там видел бананы, кстати. Пауки, пауки. Где тут пауки бегают? О, бананы вижу. Так, кто у нас? Жаба. Пускай живет. А раньше, помню, питался жабами, мышами пытался. И питался ящерицами. Но время идет. Понимаешь, время идет, и я уже ем человечно. Я уже ем нормально вкусное мясо. Ягуара. Крокодила. Так, мне нужны длинные палки. Я нахватал чертовски много бананов. Ну-ка, погоди-ка, давай-ка пару бананов мы скушаем. Поднимем. Ой, углеводиков, я реально все поднял. Все 100%, я живу как бог. Хе-хе-хе, обалдеть. 91 день выживания, мясо, костей тут море. А нужно выкинуть это мясо. Так, погоди, палочки. Палочки выкинуть нужно, потому что я ходить не могу. У меня очень много мяса с собой. У меня нету ящика. Мне нужно сделать ящик, наверное, для мяса. Так, где мы сделаем ящик? Давай подумаем, где можно сделать ящик. Тут, а. Где можно так впендюрить, чтобы, знаешь, и не мешался, и... О, о, давай тут, наверное, сделаем. Так, мне нужен ящик. Как раз из глины он делается. Так, не тут, не тут и... О, вот здесь. И будет здесь мясо, и будет здесь все, наверное. Так, нужны палки, доски и глина. Так, 4 палки надо. Палки не проблема. Палок здесь реально много. Везде валяются. Так, 4 палочки. Так, это мелко. 2 нашел. Мне нужно еще 2. Кости в кустах валяются. Где туземцы?
Я не понимаю, где наши туземцы. Так, еще одна палочка. Так, всего мы еще не закончили. Что у нас там по... Есть мясо. Опять три куска мяса. Пекарчики. Вы прям, знаете, попадаетесь. Раз на раз. Ну что, кушаем мясо. Нужно сейчас накушаться вдоль и взять свежее мясо. Свежую пачку мяса. Мясо, мясо, мясо. Можно прокормить целую роту солдат, мне кажется. У меня 39 килограмм. Я не знаю, как мне тащить все это дело. Нужно здесь делать, наверное, ящик. И туда складывать мясо. Как можно сохранить мясо? Ну вот как можно? Можно, по идее, сушить, сделать, знаешь. А можно сделать навес и там сделать сушилку для мяса. И пускай там сушится мясо. Ну, жалко их убивать. Ну, хорошо, ты убитый все равно. Давай тебе мы заберем. Мы забрали и все уже. Ходить уже очень тяжело. Еще одного я не смогу взять. Но, в принципе, и не будем брать моего. Так, даже не хватает места для костей. Обалдеть. Все забито. Все забито. Так, это не нужна мне. Очень много всего забито. Вроде бы и не так много всего. Всего по чуть-чуть, но все забито. Печка работает, а наш... Костер горит, все прекрасно. Так, нужно поддерживать костерчик и посмотреть, что у нас. Дожди идут без остановки. 5 часов вечера. Мне хочется, знаешь, прогуляться куда-нибудь. В джунгли. Так, костер горит, нужно подкинуть. Нет, не то, пардон. Так, вот так достаточно. Так, что у нас? У нас есть мясо. Есть свежая пачка мяса. 3 куска мяса есть. Энергии много, 5 часов вечера, уже скоро спать, уже через 5 часов, а я вообще не хочу спать. Реально, теперь мясо уйма. Если тут выживать, тут мяса будет всегда много. А можно сделать навес, вот тут попробовать, и уже, думаю, мясо будет сушиться. Но в такую погоду влажную, она навряд ли посушится. А давай-ка попробуем, как это дело пойдет у нас. Так, каркас. О, смотри, каркас можно сделать. Ну, смотрится, конечно, не очень. Вот так с каркасом по центру. Нет, мне даже и делать, наверное, и не буду. Но это дело, мне кажется, будет работать. Так, каркас хочу убрать. О, все убрал. Сколько здесь мяса я потратил? 7 кусков мяса. Дождь идет, не перестает. Так, у меня там жарится мясо. Надо будет забрать его. Так, еще готовится. Так, кости выкинуть. Костей и ума. Стрел у нас много. Угля у нас тоже много. Так, палочки нахватал. 4 штучки. 3 штуки. Мне нужна еще одна палочка, чтобы сделать ящик. Так, нужно еще палки. Еще 4 штуки. Так, это вкуснятина. Я наверное, возьму с собой. А, места не хватает, черт возьми. Там почему места не хватает? Там есть место-то. Так, деревья. Мне нужны палки, чтобы сделать ящик. Так, 2 толстых бревна. Длинные. Мне нужны палки. Так, все забрал. А, уже не влазил. Так, потащили это домой. Как раз на стенку пойдет. Так, один кирпич глиняный и 2 дощечки надо будет. Так, один кирпичик. А вот здесь он. Отдельно. Так, еще 2 палочки. Блин, сколько тут палок? Мясо уже приготовилось. Мясо уже нужно забирать. Так, ну пока что некуда его складывать. Можно, по идее, в принципе, нормально бегает. Так, нужны еще палки. Палки, доски надо будет еще. Так, мелких палок у меня уйма. Нужно их просто выкинуть.
от себя. Так, осталось две дощечки и все. Досок, мне кажется, нету. Я их выкинул. Давай добудем. А как раз из бревен по дощечке. Можно их как-то вот так сделать. А, нужно его брать себе. Ага, понятненько, погоди-ка. А местечка у меня нету. А если вот так впендюрим? У нас есть одна металлическая стрела, которая мне маленько мешает, мне кажется. Ну-ка, давай-ка ее выкинем вот здесь. Так, эти мы так впендюрим снизу. О, теперь места у нас хватает. Так, куда у нас делась доска? Где моя доска? Черт возьми. А куда она испарилась-то? Обалдеть, доску потерял. А где моя доска? Так, в чем проблема? 46 килограмм, я не могу ходить. Мясо к черту выкинуть этот. А это хочу съесть, поднять себе энергию. О, подняли нормально. 15 энергии. Так, пойдем принесем два бревна и сделаем две дощечки. И уже в ящик скидаем мясо, которое приготовлено. Так, бревна. Бревна были тут. Вот бревна. Все, две дощечки у нас будет. Место как раз у нас есть, чтобы сделать этот ящик. Так, ну-ка, бросай здесь. Добыть. Давай, впендюрь себя в дощечку. Где дощечка? Да не вази, доска, я не понимаю, в чем проблема. Вот так. Ах, зараза ты какой. Сколько у нас перевязок этих. Вот так нужно раскидать все это. Во-во-во-во-во, вот так. И все равно не хватает места. Нужно стрелу нам вот так пиндюрить. Так, пиявка, видишь, да? Ага, пиявочка. Сейчас, погоди, разберемся, это пиявка. Вот, все, нормально дело пошло. Так, вон дощечка была. А кирпич глиняный и готово. Погоди, у меня пиявка была. А лягушки прыгают. Ну, уйди отсюда. Земцев нету, все нормально. Так, перемешать нужно следующую парочку кирпичиков. 92-я ночь у нас наступает. Ага. Лагерь наш строится. Ууу, да. Мясо мы кидаем все сюда. Потому что в этой игре мясо очень тяжело вешать. А возьмем еще одно копье, потому что у меня, кажется, нет больше копий. Ну-ка, погоди-ка. Да, есть местечко, и нужно еще одно копье взять. Потому что туземцы прибегают. Нет, я не то взял. Так, погоди, у меня есть копье. Это, погоди, это не копье, это удочка у меня. Так, удочку сюда, копье мы заберем. Вот так, все нормально. 3-4 это копья. Так, мелкие палочки есть. Пока пыхтит у нас. Пускай пыхтит, практически прогорел. Довольно быстро прогорает, но это хорошо. Зачем ей долго гореть? А здесь у нас горит, а здесь дольше горит. Так, спать мы не будем, а будем дальше строиться. А, тут уже построили. Есть ящик, уже есть печной горн. Так, что им нужно? Дальше длинные палки нужны. Крышу, стену и т.д. Но погнали мы в джунгли. Погоди, он еще может там рубить. У нас там есть. А это что такое? О, стрелы. Стрелы торчат. Погоди, это же металлическая стрела. У меня там еще одна стрела есть металлическая. Давай-ка заберем ее тоже. А что он там торчало? Кто-то ее впендюрил, интересно. Так, палочки. Мне нужно длинные палки нарубить сейчас деревья. А давай нам два дерева срубим и заберем длинные палки. Пока бревна не нужны, мне нужно просто длинные палки. Чтобы крышу закончить и стены закончить. Так, все, собираем. Собираем у него азит. Давай-ка вот только длинные возьмем. Сколько увидим, сколько унесем. Так, все, больше не влазит, да? А больше и нет. Больше и не вижу. Так, мы понесли. Так, стенка уже готова. Можно сделать уже... Да, готова. Можно делать уже из глины. Так, сверху у нас.
еще одну длинную палку и все. Так, 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 я хочу бананы. Бананчики. Пару бананов, они уже один день остались. Скоро испортятся. И выкинуть нужно палочки. И пить хочу еще. Идет дождик, а хочется пить. Очень интересно. А вот напились вдоволь. Еще нужно длинные палки еще ставить, стены будем. А, ну-ка, забирай-ка все, что здесь найдем. Принесем в лагерь. И пойдем-ка мы дальше рубить. Так, 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 все, все. Грибочки. Грибочки тоже заберем. Все дело зажарим, закусим. А, я еще, а вот еще. Так, одно, второе. Ух, полетели куда. Так, есть бревна. В принципе, неплохо. Сейчас можно нахватать, наверное, коротких палок. Максимально. 7, 8, 9 и 10. И забрать, наверное, длинные палки. Есть, конечно, я их найду. Так, вот бревно я нашел. Второе бревно нашел. Так, а длинных палок я не вижу. Куда-то туда улетели. Так, три бревна я нашел. О, одна длинная палка. Так, нам пригодится. Так, мне нужно, по идее, всего лишь одна длинная палочка. Да и достаточно будет, чтобы достроить хотя бы крышу. О, нашел. Всего лишь одна. Два дерева срубил, одна длинная палка. Ну, не серьезно. Короткий, короткий. О, нашел еще одну. Так, крыша практически готова. Четыре веревочки. И готово. Готово. Так, листья пальмы остались. Мне это еще нужно две веревки. Так, давай-ка отнесем туда два бревна, чтобы закончить ту ловушку. Чтобы, знаешь, на виду была эта ловушка. Если кто-то попадется, я могу увидеть издалека. А, хрю-хрю, ты где? Так, два бревна, а нужны мелкие палочки. Вот палки, палки, палки. Длинная палка и тут есть. Я уже приготовил это дело. А нужны веревки. Мне нужно много веревок. Так, что у нас там с мясом? Мясо, мясо, мясо. Ах, вы пробежали мимо. Все ловушки у меня пущены. Нужно поднимать все ловушки. Бегаем. Как у себя дома. И не тут-то было. Все, поднял. Когда придем в следующий раз, а будет у нас три. Три тушки мяса будет. Так, мне нужны веревки сейчас. Веревки. Много веревок надо. Веревки есть? Если давно нет туземцев, то они скоро появятся. Так, бананы, бананчики. Не подвезли. Так, пойдем за веревками. А вот деревьев, много деревьев здесь. Так, все, уже 11. Побежали мы домой. А сейчас закончим крышу. Сейчас закончим нашу ловушечку. И, в принципе, друзья, можно, наверное, на боковую. Но мы спать не будем. Мы продолжим дальше строиться. Так, мяса у меня нету сырого. Мяса нету. А мясо уже у нас есть вот тут. То есть, тут у нас сколько кусков?
тут пыхтит. Прям по духам. Так, здесь две веревки. И все. Крыша, каркас готов. Нужно ставить крышу. Так, пить хочу, наверное, да? Напьемся воды. А хочу еще банан. Уже скоро хочет мясо. Мясо у нас есть, без проблем. Так, по веревкам у нас все. Короткие палочки, все, и веревки. О, да-да, готово. Все чудесно и прекрасно. Пойдем за мяском, но сперва мы уберем пиявки, которые снова присосались к нам. Так, и что у нас? О, три тушки. Слушай, а если поставить 10 ловушек? Наверное, будет 10 тушек. Четвертая тушка убежала. Прикольно, смотри-ка. Заберем одну тушку и пойдем домой. Ну, если будет, конечно, килограммы еще свободные по весу, то тогда возьмем еще. О, в принципе, нормально, 45. Ну, нет, не то. Давай-ка. Поднимаем ловушку. Побежали домой, пока мы сможем бегать. И пожарим мяском следующую партию мяса. Это земцев я выселил отсюда, их нет. Прикольно. Смотри, печка уже прогорела, да? А длинные палки, что ли, или короткие палки? Что тебе так косоебит? Так, у меня уже, походу, не хватает места. Сколько здесь. А зачем выкидывать? Нужно просто это дело взять максимум, выкинуть залу оттуда и закидать следующую партию. Пускай пыхтит печка. Дров у нас много. Все? Всю залу забрал? Больше не вижу, да? Забирай все палочки. Сейчас мы закинем. А у нас бессонница. А мне плевать. Мне реально плевать. Я пошел кидать мясо. Потому что мне очень тяжело ходит. И сейчас закидаем печечку. Эх, сколько костей-то. Сколько убил я. Так, 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 погоди-ка. А закидываем уголечком. И закидываем миском. Так, мы уже фрукты испортили. Сейчас добудем гусениц. А вот, наверное, с утреца, с утра пораньше, в 5 часов, мы порыбачим. Но это уже будет в новых роликах по зеленому ад, дорогие друзья. Спасибо, что смотрели до конца. Уже увидимся в новом выживании по зеленому аду. Всем удачи и всем пока.